И всем привет, друзья, с вами я, Обновгеймер, и сегодня я опять попытаюсь пройти Майнкрафт в очередной раз. Сколько таких попыток уже было? Я не знаю, но вот алды помню. Итак, значит, я только что создал мир. Я буду выживать. Ну, уже вот для дерева добыл. Ну, в принципе, тут ничего такого и нету интересного. Кстати, выживание один блок будет тоже выходить, потому что сейчас уже я хочу записывать для вас видео, поэтому, ну, в смысле, я буду делать для вас видео теперь еще вот такие вот, в смысле, большие. Так, я не понял. А, вот. О, просто нажал и все. Как обычно я делаю во многих Майнкрафт играх. Роблокс типа Майнкрафт. Делаю кирку, потому что мне нужно копать камни, чтобы, во-первых, защищаться от игроков, которые пытаются меня убить, а во-вторых, чтобы сделать топор, чтобы иметь, чтобы хотя бы как-то их уничтожать, потому что, ну, вам, наверное, не очень понравится, когда вас захотят убить в Роблоксе, типа Майнкрафте, но при том, что если у вас хорошие вещи, которые вы зарабатывали долго, в принципе, у меня такое же было все. Кстати, вот интересная история. Вот когда-то вот на меня напал какой-то алмазник. Каких-то два алмазника, которые, или я на них напал. Короче, они умерли, а я забрал у них стаки алмазных блоков. Да, стаки, я не ошибся. И потом мой друг сказал, типа, ты, ну, не знаю, вроде бы он что-то сказал, типа, ты мажор, или ты, купил робукс для того, чтобы купить это. Ну, а такой ответил, ну, да. Ну, это я сказал, что этот дом состоит из, в этом доме содержится 50% алмазных блоков. Притом, у меня еще оставалось несколько стаков. А потом меня убили. Собственно, что я советую вам делать? Нападать на железников. Потому что железники это такая цель. Цель, она такая слабая. Ну, конечно, если там есть деревянщики, у которых есть деревянная броня, то на них лучше нападайте. Самое главное, нападайте сначала на самую легкую броню, а потом уже на самую трудную.
Опа-на. А это мне нужно. Как говорится, это деду надо. У меня так друг говорил. Так, теперь уголь. Вот так вот. Это что, забытая роза из Майнкрафта? Да, это забытая роза из Майнкрафта. Кстати, один интересный факт. Сначала в старых версиях Майнкрафта эти цветы были, но потом создатель Майнкрафта поменял их, то есть ночь, поменял его, их на маки. Как хорошо иметь моды на то, чтобы тут была руда. Так. Блин, жаль, я не завалил ту корову. Потому что у меня-то частицы еды пропадают. Частицы сытости, буду их так называть. Потому что частицы голода, ну, когда я скажу, у меня пропадают частицы голода, это звучит не очень логично. Потому что бы я это мог использовать только тогда, когда я бы ел в этой в Майнкрафте. Ё-моё, вот это чё за каньон такой? Угу. Походу, тут умирала трава, потому что тут есть химина. Это ещё чё за хини? Уголь. Амазонит. А, 1200 лет. 1200 добавляет... чтобы можно было приплавить. А вот и железо. Так, ну вот это вот я не могу добыть. Как это. И это. Я понимаю, я уже раньше это мог добыть. Только почему из черной руды мне попалась белая руда? Пойди. Ха-ха, попробуйте достаньте, зомби. И-и. Ну, туда, наверное, мне еще рано, потому что тут очень много зомби. И притом они еще в броне. А мне нужна еда. Поэтому я пойду. Ё-моё. Уже 2000 лет. Частички сытости у меня пропало. А я не понимаю, где животное нормальное? Типа раньше они были, а сейчас их нету. А, все, а мне уже конец, я так понимаю. Ну, так как мне конец, я пожалуй, прыгну. Почему я не убил тех зомби, из них уже можно было съесть их мясо. Да, это прибавило бы голод, но все равно, это же мясо. А, сейчас, по сути, ночь.
И сейчас, по сути, должны быть зомби. Но я не понимаю, где эти зомби? Их нету. Да, все сделано, чтобы меня убить в этой игре. Так, я не понимаю. А, вот и. Скелет это... у него только кости, у него не еда. Я же говорил, что сделано ради того, чтобы убить меня. Это будет довольно сложно, я так понимаю. Оу. На почве. Это стоило того. Потому что можно приручить собачку. Блин. Когда я вспоминаю это. Я просто это. Я, значит, ходил с собачками по аду, и они. И они просто вот попали в лаву. Ха, не попадешь, не попадешь, а я в тебя попаду. А! Он меткий какой. Так, я не понимаю, а что мне можно сделать? А ничего мне нельзя сделать, потому что для кирки нужно... Нужно это... Нужно три руды, а у меня только две. Вот, теперь зеленый уголь. А он хуже, чем синий уголь. Теперь я какой-то цветокамень фиолетовый. Значит, я хочу расположиться здесь. Так, сейчас я этому скелету отомщу. Где он? Тут крипера. А вот и скелет. А ну иди сюда. Взорви его. А вот и еда. О. А не понял, где еда? Да. Как крысы нападают. Так, я не понимаю, я потерялся в пространстве, а вот. Все, я вернулся в пространство. Я слышал, что крипер где-то был. И мне показалось. О, ну две еды, в принципе, нормально. С одного удара просто. О, опять еда. Почему я не могу нанести критический удар? Вот это бомбануло у крипера. О, как раз могут сделать кровать. Оу, тихо, тихо, ты меня сейчас шерсть сорвешь. Ладно, ладно, я тебе сейчас отдам всю землю. Я тебе не отдам всю землю.
У него просто, наверное, бомба дома из-за того, что я сказал, что землю ему дам, а не что-то другое. Так, я не понял, где теперь паук. О, Спайдермен появился. О, зато нитки можно взять у него. Он не сломал, он не сломал топор. А все, я не могу. Слишком много вещей. Думаю, я буду где-то строиться рядом с... вот тут вот. А утопленник откуда как взялся? Оттуда. Вот тут как взялся он. Нет, еда меня не убьет. А потом меня убила еще одна еда, которая подошла ко мне. Это. Все. Теперь можно, думаю, крафтить дом. Тут и буду крафтить дом. Так, я вижу его. Так, я не понял, где еда. О, семена лука. Лук мне нужен. А сейчас мне еще надо сделать сундук. В принципе, можно так же и хранить. Это вот тут вот. Так, надо заложить все, что мне пока что не нужно. Дождь начался. Теперь еще сундук переполнил. Ну, значит, я буду сажать тут сахарный тростник. Именно поэтому я тут расположился. Потому что тут есть и песок, и вода. Вроде бы сахарные тростники только на воде растут. Так, что-то как-то темно для вас. О, вот так вот нормально. И опять уже на меня нападает стрелок. Вот это да, у него 39 здоровья. А как мне его победить? У него 39 здоровья, у меня всего лишь 120. О, я отбил у него стрелу. Стрельнул в него же. Опа-на. А вот это вот мне пригодится. Так, надо туда сложить. Вот сюда вот. Вот эти вот семена мне не нужны, потому что... Ну, кому нужны вот эти вот цветы? Из них... Можно только красители делать. Поэтому их надо побросать вот сюда вот. А на чё они типа зачарованы? Огнеупорность. Стоп. Левел 0. То есть это обычные ботинки. Так, так, так. Нужно еще больше сундуков. Вот. Саженец дуба. На дубе растет яблоко в этой игре. Поэтому дуб надо посадить вот сюда вот.
Так, добываем, добываем, добываем. Так, у меня есть 3 дерева в сундуке. В принципе, и почти стак дубовых досок. Можно построить неплохой такой дом. В смысле, только стенки. И то не все стенки. Ну, половину стенок уже сделал. Подошли Shift и Q. А, нет. Ctrl-Q. А, Ctrl-Q это получается, можно выкидывать доски таким образом. То есть не доски, а блоки. Все блоки таким способом. Жаль, это не работает в Роблоксе. Потому что иногда там нету просто кнопки выбросить. Как есть в многих играх. Но в некоторых, типа Minecraft, но типа Roblox, там вообще это нету этой кнопки. Вот еще, что меня там бесит. Так это то, что там есть донатное оружие, донатные инструменты. И если вы, например, победили кого-то, кто вам это... вас пытался убить, то он просто может купить этот донат, и получается, он может опять же вас убить. Так, еще вот это надо за робуксы покупать. Но для меня робуксы зарабатывается очень сложно. Не знаю, как для вас, но для меня не зарабатывается очень сложно. Там вообще я их не зарабатываю, но они зарабатываются очень сложно. А тут еще, например, вот 1000 робуксов нужно всего лишь-то для одного админа. Нет, ну я понимаю, что так админ, там, админские команды, но 1000 робуксов. Нет, ну еще же у них, у англичан, $99 это чуть-чуть всего лишь так. А для меня это очень много. Там доллары вроде бы по 75 стоят. И теперь представьте, сколько это нужно купить робуксов, чтобы было, чтобы купить всего лишь одну админку. Там, стоп, там же 14 000 робуксов стоило. Ну, я правду говорю, там столько стоило. Не, ну это уже перебор. Как считаете вы? Нет, они... наверное, под этим видео мне комментарии не откроют, но если они будут открыты, то можете написать об этом.
Осталось все чуть-чуть, потому что крыша уже... Ой, стены уже сделаны. Осталась только крыша. Я не понимаю, а что у меня сахарный тростник не растет? Может его надо принести вот сюда вот? А, так его можно принести вот сюда? Чего он не растет? Вроде бы он растет быстро, а тут он не растет. Да ничего не изменилось. Ладно, пусть растет. Может быть и получится, чтобы они выросли. Потому что я еще торт хочу сделать. Но коров мне надо где-то найти. Ну, не знаю, найду деревню там. Возьму коров. Потом заходю их в загон и... Да, я уже собираюсь крафтить на сундуке. Потом я их отправлю к себе домой, и я буду зарабатывать молоко. Все, в принципе, сделано. Осталось только сделать пол. Умножить на 7 это получается. Мне еще нужно 35 досок. Ну что ж, будем зарабатывать. Двадцать девять. Это огромное дерево. Все, 41. Даже больше, чем мне нужно. Теперь нужно сделать лопату. Да. Я потому что так камень. Кстати, еще нужно сделать печку. Так, извините, что-то можно сделать. Так. Да. Даже меч можно, поэтому нужно как можно больше добыть этой меди. Только не понял, а куда пропали аметисты? Кстати, я еще понял, как зарабатываются вот эти ягоды, светящиеся. Это надо идти в специальный биом, чтобы... Найти специальный биом, чтобы... Там найти специальный биом, чтобы собрать эти ягоды. Там буду списать эти ягоды и... ну, и их можно будет собрать. Почему дождь все еще идет? А вот и тростник уже вырос.
А не понимаю, их нужно переставить, что ли? Так, ну ладно. Сейчас не до этого. Мне нужно просто сделать каменную лопату. И еще мне нужно сделать... да, печку. Лаймстоун. Что из него может? Майн лайм кол был. А, ну из него, в принципе, можно сделать декорацию. Но мне это не нужно. Так. Ой. А, так у меня это не показывается. Просто иногда там, это, если нажать F4, там будет типа рассудок. Если он дойдет до 100, то будет проигрываться страшная музыка, но я ее не слышу. Так. Осталось вот тут только. Все. Халупа сделана. То есть дом. Осталось только сделать окна, и все будет нормально. Так, думаю, еще тут кровать поставлю, поэтому мне нужно вот тут вот поставить окно. Я сам не знаю, почему я ставлю окна по 4 блока. Так, ладно. О, еще один сахарный тростник вырос. Ну, они растут немного, так, немного дольше, чем тростник на видео. Так, еще думаю, надо мод поставить на время, чтобы... Я смог ускорять это время. А, вот. Это было странно сейчас. О, как раз 24. Смогу сделать себе полный сет брони. Хотя у меня уже есть. Вот эти вот. Но они, они поломанные. Что это? Верстак ботаника. А что на нем можно сделать? Грибосвет. Грибосвет можно сделать из грибосвета. Грибосвет, грибосвет, грибосвет. А из него очень много всего можно сделать. В основном, наверное, только грибосвет. Грибосвет, грибосвет, грибосвет. Так, dried kelp block. Dried kelp block. Dried kelp block. Арбуз, арбуз и арбуз. Арбуз, арбуз, арбуз. Лианы. Из ваймисов можно сделать лианы. Ну, тут лозы, лозы. Так, я хочу посмотреть, что будет в самом конце. Тыква. В принципе, все для декораций. Только что тут делает фиолетовая тыква? Белая тут что делает? Розовая. Что там происходило? Так, бумеранг.
Бросайте, чтобы собрать предметы, которые он вам вернет. А на что его можно на магнит зачаровать? Дохай мост. Починка. Прочность. И проклятие утраты. Только зачем проклятие утраты делать? Непонятно. Посох возвышения. Депортируете себя или другое существо до ближайшей поверхности выше. Редстоуновый фонарь. Редстоуновый фонарь. Кварцевый блок. И око Эндера. Нет, ну это надо в ад телепортироваться. Да, я знаю, что у меня частички цитоски пропали. Их очень мало. Так, стоп. А почему это появилось, а все остальное нет? И опять все сломалось. Даже усложнил. В принципе, свет как от печки идет. Хотя это не свет от печки. Так, ну походу из керамики можно сделать кирпичи, а из кирпичей можно сделать цветочный этот горшок. Думаю, надо исследовать мир. А, стоп, я уж кровать не сделал. Рано еще исследовать мир, пока кровать не сделана. Еще мне нужно добыть песок, чтобы его приплавить. Потому что когда на меня нападет скелет, когда на меня нападет скелет, будет плохо. Бирюзовый краситель. А можно ли перекрасить кровать бирюзовый? Можно. Только это больше похоже на голубой. Так, а теперь я поставлю сырую свинину. И пойду исследовать мир. Вот теперь мир-то уже исследовать не рано. Бесконечный источник еды в виде рыбы. Опа-на. Я нашел клад. Только мне как-то к этому кладу надо пробраться. Ё-моё. Я вроде бы зомби слушал. А я понял, как это сделать. Начнем моим вот так и делаем вот так. Все, теперь можно копать. А, так вот откуда эти зомби берутся. Думаю, бежать, бежать, бежать. А, сколько их много.
Нет, ну их очень много. Так. Мне нужно сделать топор. Но будет ли это правильно, потому что... А, 8,5 урона. А камень сколько наносит? Девять урона. Нет, что я каменный топор лучше. Так, камень. Мне нужен камень. А как раз у меня камень есть. Значит, сейчас, что я хочу сделать? Я хочу сломать спавнер зомби, убить зомби, сломать второй спавнер зомби, убить зомби и собрать то, что находится в сундуках. А потом убежать. Ё-моё. Мне нужно ведро. Ладно. Придется использовать какой-какой другой способ. Ай. Не получилось. Не фартануло. Так, ты. Ломаю спавнер, собираю это. И ломаю зомби. А, на меня еще сзади нападают. А, теперь я могу сломать вот этот вот спавнер зомби. А, один загорелся вообще. Ха. А. Так, ну мне 100% нужно ведро. Только у меня железо 2. Я понял, как упасть и не потерять ни одного сердца. Нам нужна вода. Нам нужно сделать так, чтобы она разлилась, и потом я поставил диорит. Вот, она разливается, ставлю диорит. Хобана, батя в здании, как говорится. Сколько тут много спавнеров. А теперь тут скелеты еще. На пол 6 лет. Разоружение. А там на меня никто не нападает. Ладно. Дубовые доски, паутина. Это все мне нужно. Кремень. Особенно факел. Ой-ой-ой, меня заметили. Как говорится, вас заметили. Вот. Теперь у меня есть факел. Древний дротик. Ancient Dirt. О, я смогу сделать для себе грибы, ну, тушеные грибы. Тушеные грибы я могу сделать. А, так этот скелет провалился. Это зомби рядом, что ли? О, таракан. А, киркан нашел как бы касание, в принципе, нормально. Яйца. Мне они нужны для того, чтобы сделать торт. Вот это да, сколько их много тут, этих спавнеров. Опа-на, что это у нас? Кожные ботинки на защиту 2. Нормально. О, киркан, ой, топорная эффективность. Пластинка Кэт, она мне нужна. Нитки. Очень сильно нужны. Ладно, положу этот. Все, сваливаем отсюда. Что это за черный рычаг? Подожди.
Ладно. Эй, зомби, а куда вы все пропали? Я не понимаю. Давай, сделай мне больно. Мне надо все сложить вот сюда, вот потому что там я еще видел больше сундуков. Так, все, идем. Идем рейдить эту крепость. Так, ну, у меня есть каменный топор на эффективность. В принципе, нормально. Батя, в здании опять, как говорится. А эффективность вроде бы ничего не меняет. О, нет. Давай, давай, давай. Что у меня уже 20 уровень? Кусочек железа. Как-то подозрительно. Что-то не буду это сели пробовать, потому что... Опа, на вагонетка. Опа, на кирпичи. Я не буду это зелье пробовать, потому что ну, я не могу прочитать все. А, стоп, это медицина, это медицинал, то есть медицин. А! Умри. О, нет, я его разозлил. На, получай. Мне кажется, тут что-то есть. О, книги. Ну вот за этим что-то есть. Кажется. Нет. Нет, мне надо собрать факел. О, печеный картофель. Я слушал, что он сзади меня. Нет, ну не сзади. О, это то, что мне нужно. О, это то, что мне нужно. Наверное, эффективность это работает на блоках. И опять же у меня полный инвентарь. А, так он респавнится? Так, я не понял, а как ты респавнишься? У тебя что тут, павнеры какие-то? А, ну это бесконечный источник эндермена, в принципе, ломать это не надо. Потому что бесконечный источник вот этих вот глаз. Интерперлов. Опа-на! Вот это повезло, вот это фартануло, вот это я понимаю. А типа зачем это? Ладно. Теперь мне опять уже нужно умереть. Думаю, от того эндермена, которого я убил один раз. А где ты? Теперь я боюсь. А, вот. А, так это не бесконечный источник. Это не бесконечный источник эндермена. Ой-ой. А. Не получай. А он у меня не украдет тут вещи. Я что-то боюсь, что он ко мне придет. В смысле, в этот игровой дом. Так, мне нужен проигрыватель. Вы спросили, да зачем тебе проигрыватель? Это же алмаз, это же редкость. Вообще-то там еще много вот этих вот данжей, поэтому я собираюсь сделать себе этот проигрыватель. Как его сделать только? Стоп, что?
Кисмис какой-то. Так, мне нужно сделать проигрыватель. Ага, доски. Доски и один алмаз. Только не понимаю, почему там один алмаз стоит. Теперь надо поставить пластинку Cat. Так, мне нужно сделать еще больше каменных топоров. Что я вытянул? Так, стоп, эти дроки те, что они стакаются? Так, ну да. Тут вот. Как крипер мог записать этот звук? В смысле, я крипер уже выкидывает пластинки как-то. А, стоп, я уже могу сделать вот так вот. Да. Так, и теперь мне нужно сделать ведро. Потому что я хочу спуститься благодаря этому ведру. А еще я хочу сделать бесконечный источник воды. Хотя зачем он мне, когда тут все такое? Ладно, я буду без источника воды. Надеюсь, мне не прилетать авторские права за эту музыку. О, нет, это опять утопленник. Батя в здании. Это было странно сейчас. Часы. Морков. Красный гриб. Так, продолжаем рейдить. Так, вот тут вот показывается время, вот тут вот. Так, сейчас... Стоп. А. Так, это можно делать без часов. Ты откуда тут взялся? Иди обратно в дыру. Ой, ё-моё, кто выпустил их? Нет, 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 нет. Спаси меня. Угомони их. Куда они пропали? Крипер? О, нет.
Да, я пытался повторить ту самую музыку. Если вы, конечно, знаете, о чем я. Нормально доски зато появились. Что-то не хочу туда прыгать. Соберу еще несколько вещей. Золотая. Так. Опа-на. Этот. А, это же Винди снимал. Точно, он же вот так вот шел, вот. Он тут был. Вроде бы. Опа-на, а чьё это? А теперь моё это? Ё-моё. Теперь это мой второй дом. Взрывоустойчивость, нормально. Я ему в благодарности ставлю. Название выглядит как какое-то заклинание. О, увеличение опыта. Я, получается, этой киркой могу завалить кого-то, и мне будет даваться больше опыта. Так. Пострелевшкой. Каменные кирпичи, короче. О, нет, я слушаю опять его. Если вы не знаете, о чем я, то я эндермен. Так. Шальная крольчатина. Нет, ну тут точно кто-то жил. Хотя у меня нет сервер. Но тут кто-то жил. Чтобы выкинуть. Кости выкину. Так. В принципе, ничего теперь нужного мне не надо. Нет, ну, это очень напоминает тот коридор, через который проходил Винди. Он вот так вот и прошел. А я теперь в этом коридоре. Но нет, еще этот коридор похож на коридор Санса. Знаете, когда это проходите на плохую концовку. Там Санс такой появляется. И начинается это. О, давай, сделаем мне больно. Давай. Сделай это, убей меня. Так, мне надо все еще стакать в мешочек. Не понял, а куда? Музыка. Я хочу музыку. Ой. Я что, гриб посадил? Куда я гриб посадил? Хотя, ладно, я думаю, его выключить надо. Так, еще зелье нужно. Вот это вот зелье и вот это вот зелье. Значит, это медицина, это... Он стабл. Это микстура, короче. Блин, теперь я слушаю эти отрывки музыки у меня в голове. Не знаю, почему так. Так, ну, этот сундук полностью приполнился. Полностью приполнился. Осталось, то есть надо еще сделать больше сундуков, потому что у меня места мало. А думаю, я должен сделать сундучную комнату. Звучит странно, но это надо сделать. Почему я арбузом копаю? А, вот. На прочность у меня лопата. Вот это мне повезло, конечно. Думаю, вот тут вот можно строить.
Где-то вот такой вот ширины будет дом. Ой, не дом, а сундучная комната. Потолок должен быть высоким, потому что сундучная комната. Кстати, это... Винди это снимал на хардкоре, это хит у него канал. То есть не вот это видео, а у него там было вот это вот. Что я нашел? Там точь в точь. Вот это мне повезло, это Dungeon Crawl был, вроде бы. Я не знаю, как этот мод называется, но как-то так он называется. Так, теперь надо копать вот тут вот. О! Угадал как раз. Ой, ну теперь сундучная комната еще понадобится для того, чтобы сложить всю землю, которую я тут накопал. Или еще уголь. Так, все. Все сложило, осталось только родить. Не знаю, как дротиками пользоваться. Да, я знаю, вы хотите сказать то, что у меня уже там тростник вырос. Я знаю, я это вижу. Так, ну, в принципе, могу зарейдить один полный сундук. Ой-ой-ой. Когда я говорю ой-ой, я помню. Я вспоминаю то выживание с одним блоком, где попался крипер. Так. Пан. Паучий глаз. Паучий глаз не нужен. У меня и так свои два есть. Хотя я Фредди. Золотой причем. Чё-то не видно глаз. Или нет? Или я ошибаюсь? Ну, примерно такая лестница была. Так, чуть не упал. Ага, лава. Опа-на. Тут много, тут очень много всего. Тут можно залутать, это, тут лутаться будет на одну, на две части. Ну, а пока на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.